Всем доброе утро. И с первым днем осени. С 1 сентября. Да, к сожалению, я еще не сплю. Кирилл, ты что так радуешься? Что радостного в моих словах? Вот я тоже решила испортиться. У нас сегодня обещают дождь, 20 градусов и... Как раз-таки дождь будет в 10-час, по-моему, когда у нас будет линейка. Везунчики. Сегодня у меня дома будет салон красоты. По записи сегодня. Во сколько у нас, Кристинка? Ну, я не знаю, к 9. Сейчас я что-то... Ну вот, часов 8 у меня записано Кристина. А в 9 придет Настя. А Кристина, чтобы заплести косички. Настя придет, чтобы я ее накрасила, нарисовала ей там чего-нибудь на лице. В общем, я сегодня прям пользуюсь популярностью с утра. Сходила, в общем-то, я заплести. Ничего не снимала, потому что это было максимально быстро. И не нужно было торопиться. Время уже 8:25, мне нужно быть в колледже в 11 часов, в 10 мы должны выйти с Настей, в 9 она должна прийти для того, чтобы я ее накрасила, и в общем график максимально забитый, мне еще нужно подкрасить губы, нанести сюда тон, что... Я встала очень рано, получается в 7 я встала, и в итоге я все равно не успеваю. Вот что у нас получается. У меня здесь косметический стол вот такой вот. Здесь это не самый вкусный бутерброд, который я делала. Вообще, по идее, должно быть все по-другому. Снизу, то есть на хлебушке, должен быть сыр. А потом, как обычно, здесь у меня жареный лук, яичко и колбаса. Но у меня тут два слоя колбасы вместо сыра. И второй точно такой же. Это наш завтрак с мамой. И ждем готовность кофе. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. И хорошего тебе дня. А Настя? Да. И подарила мне подарок. Вот. Так стрёмно то, что я тебе ничего не подарила. Ничего страшного. Спасибо. Она не накрашена, сейчас буду ее малевать. Да. Подержи вот так, поснимай, я покажу, что ты мне подарила. Сама их не ела. В общем, вот такой вот пакет с цветочками, как будто 8 марта. Вот. Там другого не было. Неважно. Шоколадка. Мам, смотри, какая шоколадка. Ого, вкусняшка. Милка. Огромная, сломанная. Она уже, да. Это какая-то карамель и... Арахис, по-моему, я надеюсь. Я такое никогда не пробовала. Мам, помнишь, что это вот шоколадка, которая... Вкусняшка. Да, типа с соленой карамелью, по-моему, в общем, очень вкусно. Ну вот сегодня съедите. Мы с Данилом выбирали, он сказал, что она вкусная. Да, я обожаю такую. Дальше это краб, лейс, чипсы, тоже оценила. Дальше это хрустим, сухарики со сметаной. Вот, очень много шоколадок, походу, жопа моя слипнется. Охренеть, Настюшка, ты с ума сошла? Это что, из всей коллекции? Ты да. Всю коллекцию купила? Из всей коллекции шоколадки. Вот, это у нас золотая марка. А какой вкус тут пишут? Шоколад дуэт в молочном. А, ну, короче, тут не пишут. В общем, шоколадки. Вот. Дальше это вот такой плюшевый котенок. У него светится, ну не светится, а с блёстками глазки. Вот. Он такой прикольный. Почему ты не побрызгала своими духами, я бы нюхала? Хорошо, исправим ситуацию. Вот. И еще что-то такое интересное. Это анчоус, который... Анчоус! Самый прикольный анчоус. Спасибо. Ты бы предупредила вообще, как бы, что ты что-то дарила. Настя, лучше приходи каждое утро. Настя, посмотри на нас. Вот так я ее накрасила. Бубочка. А, вот так вот она выглядит. Филюди, блин. Я тоже уже оделась, готова. Как обычно, в 1 сентября я одеваю этот сарафан. Выигрышный вариант. Вот, одела. А? Платье.
сидеть. Это мама Фили. Я, в принципе, не против поспать. Новые кроссовки я делаю. Вот. Нет, не уместится. У меня там камера еще будет. Тут помню, тут не помню. У нас с Настей одинаковый цвет помады. В принципе, мы накрашены почти одинаково. Вот так. Все, выходим. Время. Сейчас, погоди, я уложу вот это все. Без 10:10, и у нас в 11 сначала, нам идти минут 40 до Тудова. А какой минут 40? Прям? 20, минут да. 30, ладно. Ну, потихонечку, не торопитесь, пойдем попадать. У нас будет корпус, не тот, в котором мы будем учиться, а другой, там учатся 11 классы, вот, да, и мы идем туда для того, чтобы там помещается, в общем, больше людей, чем в том корпусе, в котором мы будем учиться. И завтра у нас уже будет 3 пары, не помню, каких предметов, но все, начинается. Математика, общество знаний, еще что-то. Да. А пары начинаются с 8:30. Ребят, смотрите, это наша бывшая школа. Все. Мы сейчас встретили всех наших одноклассников. Я такая счастливая. Я так их люблю просто. Это что такое? Все. Мы больше не сюда. Мы туда. Пойдем. Не знаю, а что ты хочешь? Да, у нее кусачка. Вот, короче, там тут Настя. Моя группа всегда работает на деканатах. А тут и сделано уже. Снимала что-нибудь? Нет, почти ничего не снимала. Почему? Ну вот так. Почему не снимала? Ну вот так. Ты что, стеснялась? Да. Не похоже на тебя. Ну, рассказывай, как у тебя был 1 сентября? Он был в электронном формате, в зуме. И это, грубо говоря, уже пары были. У меня даже не было 1 сентября. Первая пара была, грубо говоря, нас знакомили с историей Академии. Mm-hmm. Типа, что с ней происходило во время войны, как она вообще появилась. А ей 90 лет в этом году. Ей уже 90 лет. Ну да. Итак, мы сходили уже в магазин и купили, в общем-то, фунчозу. Мы будем ее сейчас готовить. Вот. Настя не хочет этого делать. Неправда. А ее нужно замочить, сколько там, 7 минут, по-моему, да, в горячей воде. Сейчас мы будем сначала, ждем, пока вскипятится чайник, будем сейчас вот шинковать огурцы, болгарский перец и чеснок. Перец какой-то, сейчас другой возьму. Ну. Хорошо, вот, и будем готовить. Чесночок еще надо. Чеснок, да, вот. Еще мы сейчас пойдем, купим соевый соус и корейскую морковь. Корейскую, да, потому что так вкуснее. Да. И есть так. Вот такой погреб. Я туда никогда не лазила, и это очень страшно. Садись на жопу и ногами упирайся. И что дальше? Ну и все, слази. Страшно. Дай камеру. Это заброшка. Да? Ребята, мы на заброшке. Все, я тебя закрываю. Нет. Нет. Ребят, мне стрёмно. Очень страшно. Так, перец это... Ой, как тут страшно. Мне страшно. Перец это вот. Сколько штук? Два перца. Давайте я вам тут покажу рум-тур, что тут есть. Здесь много алкоголя. Вот, лучок, огуречки, морковки, помидорки, еще помидорки, картошка. Вот тут так все выглядит. Еще всякие банки. Чего? Да, быстрей. Ладно, сейчас. На, бери камеру. Расскажи что-нибудь. Что рассказывать? Я не знаю, что рассказывать. Покажи, как я понимаю. Я же боюсь. Ой, Настюха, у меня сыкуха. Извини, я тебя ищу. Как тебе там? Холодно, страшно. Вообще. Больше не полезешь? Нет. Ладно, я боялась слезать, но сейчас не боюсь. Чуть перец не упал. На самом деле, у меня даже нога не болит. Я бы хотел, чтобы кто-то слазил. Посмотрел.
наверное. Можешь комментировать что-нибудь. Расскажи, как у тебя 1 сентября прошло. Расскажи. Ты же тоже ютубер. Публика еще 50-50. Я слазила в публику. Да ладно. Там так страшно. Выглядит не очень красиво, но мы решили, что все равно, чтобы потом не смешивать, мы решили тереть в одной и той же... На одной и это той же доске. Это всё равно замешать. Да. Что, давай я заливаю тогда ее? Да? Тут у нас получилось 4 таких комочка, и мы их просто заливаем. Ну, прочитал, что да. Мы сходили в магазин, купили 2 своих соуса той же самой фирмы, чтобы просто той же самой фирмы. Вот, и купили корейскую морковку. Вот такую. Вот такую. Вот такую. Так, и чё? А еще что-то мы купили, ты мне показал. А, да. Ну и вот, колбаски. Это просто так. Перекусить. Так, теперь нам нужно сливать и водой холодной. Да, сейчас нужно достать. Дуршлаг. Нет. Чего нет? Так, ну, во-первых, дуршлаг, а во-вторых, помнишь этот? Ну, под салат, да, под салат у нас. Да. Найди ее. Вот она. Быстро. Много. Огурцов ты очень сложно. Да все высоко, да, все просто. Подожди, хватит. Как пахнет. Прям руками можно для дома мешать? Не, не надо. Руки-то чистые. Стой. Вообще не остро. Очень остро. Да мне тоже. Вообще надо честно стояться. Давай. Пусть уши его уберем. Да оставь, что же он все съест, что ли? Хорошо. Оценка. Мне нравится.